Внимание! В данном видео присутствуют пугающие моменты, неожиданные скримеры, пугающая музыка, а также мигающий свет. К просмотру рекомендуется строго 14+. Приятного просмотра! Всем привет! Вы на канале Fun Crazy Club, меня зовут Тихон, а это с нами Андрюха! Всем привет, дорогие друзья! Это я, друг Тихона, я тут часто появляюсь, и сегодня мы вместе с ним опять будем проходить новую хоррор-карту. Хоть мы ту и не досняли, но это FNAF. Да, это FNAF, и это заслуживает вашего уважения, потому что FNAF это просто легендарная игра, поимевшая много частей, много популярности, вообще заслуживающая внимания, мне кажется. Мне тоже так кажется, и я предлагаю приступить. Нажимай, Тихон, на кнопочку. Так, хорошо, сейчас звук самый громкий поставлю. Ох-ох-ох-ох-ох, мне не терпится прям начать. Ой! Ой, это предупреждение. Опасно. Warning. Да. А что там написано? А, типа, что-то там свет, лучи какие-то. А, меня слепанет в темно... я ни хрена... Не вижу. Меня уже слепануло, я поздравляю себя. Тихо, нажми на единичку. Так, ребята, в общем-то, я... Тихон сидит за стулом, если он включит F5, то вы это увидите. Я ничего не могу сделать. В общем, да, а я, короче, бегаю и помогаю Тихону, так как, видимо, игра предназначена только для одного, Тихон может только все кнопки нажимать и делать. А я, ему помогаю, как бы. Тоже так будет важная работа. Ага. В общем, справа и слева пока никого нет. Ты хоть покажи нам, нашим подписчикам, как бы, аниматроников там, я не знаю, по камерам. Ну вот аниматроники, камеры мыльные абсолютно, везде. Ой! Ни хрена, F1 работает! Ну какая миленькая музыка, да, Тихон, скажи? Да вообще, особо я на F1 все смотрю, блин. А, мне на F1 надо нажимать, чтобы посмотреть камеру. Долбаный. Ну во, Тихон, ты уже учишься. Это кто? Это кто за чел? Вот это чё за чел? А я не вижу, я не знаю, про кого ты говоришь. Как он выглядит? Опиши мне его. А, палочка, скелет. А, ну это, наверное, просто этот... скелет, блин, как называется-то? Блин. Тихон, час ночи, сейчас уже аниматроники должны пойти. Это скелет, я вспомнил. Так, я слева, справа. Так, нет, Тихон, не закрывай, у тебя энергия кончится, мы с тобой проиграем. А энергия где отображается? Где отображается энергия, мне страшно. У меня 82%. Все, это очень хорошо. Мы идем с тобой очень довольно-таки неплохо. Тихон, смотри по камерам, мне стрёмно. А мне ещё стрёмнее. Нас с тобой обоих напугает. Нет, никто не сдвинулся вроде бы. Нет, никто не двигался абсолютно. Ладно, еще сейчас час ночи. Может, ты как ты сделала хорошо, Тихон, скажи. Свет так страшно мигает. Ну, ребят, ну это заслуживает лайка вашего. Ну, ребят, это заслуживает нашей усрачки, блин. Ого! Вот это Фокси. Черт. А что, он двигается там? Так, Тихон, я слышу музыку, это, скорее всего, Фредди. Я не шарю во ФНАФе. Нет, ну как, я шарю, но не сильно. Я справа-слева смотрю, там вроде пока никого нету. Подожди, я на первую камеру пошел. Нет, все стоят на месте. А Фокси, он умеет бегать. Фокси Тихон, проверяем. Стоит на месте вроде. Как он выглядит, так. Я не знаю. Это лис такой, знаешь, красный весь такой, пират. Один глаз прикрыт. А, пират? Просто если... Блин. Да, если он побежит... У меня был скример, все, я закрываюсь. В смысле, какой скример? Никого тут нет, я смотрю. Включи, открывай все. Уже 2 часа ночи, все хорошо. Тихон, эту дверь включи. Ты дверь закрыла, тут нет еще аниматроников. Вот эту давай, открывай. А вот, все, хорошо. Не свети, все хорошо, я наблюдаю тут. Спасибо. Слушай, а на какой камере должен быть Фокси, не помнишь? А я не помню, я в FNAF 1 не играл, я играл в FNAF 2. Фокси, он, короче, лис, и он бегает. Если он ушел с камеры, значит он бежит. И надо закрывать левую дверь, если я правильно помню. Нет, в общем-то. Твою мать.
Так. Я не вижу нигде Фокси на камерах. Тихо. Ух, да, наверное, мне показалось. Это мне показалось, что я Бонни увидел, который из двери выходит. Слушай, подожди. Подожди, Бонни это фиолетовый заяц? А, ну он синий. Вот именно, я его видел, скример его в камере. А, нет, это не скример, он просто стоит и на тебя смотрит, я знаю. А в какой камере он был-то? А, хрен, вот его знает. А, тихо, он идет к нам, прикольно. Все, закрывай. Понял. Не закрывай пока. Нет, это я думаю, что он идет к нам, но я его не вижу пока. Отставь открытые двери. Андрюх, мне страшно. Мне самому, Тихон, страшно. Я вообще тут бегаю, осматриваюсь. Тихон, зачем вы сюда пришли играть в это? У меня такой же вопрос. Ладно, Тихон, осматривай по камерам пока все. Так. Тут норм. Вроде бы норм. Вроде бы норм. Ой-ой, Фокси, я заметил его, он смотрит на меня в камеру. Это хорошо, но он же вроде не исчез никуда, да? Он же, по идее, на нас не побежит и не скребанет нас, да? Я фиг знает. Тихон, я слышал шаги аниматроников. Так, хотя нет, их пока нету. Один сбежал, Чика. Твою мать. Извините, подписчики, пожалуйста. Оставь эту дверь открытой, здесь пока нет никого. Энергию начал. Смотри, все. Я все смотрю, не переживайте. Вы же видите, подписчики, как я тут бегаю, да? Он не все видит, поверь, я все успеваю смотреть. И камера. Ой. Мы это запикаем. Это все, все Чика в столовой на второй камере. А, это хорошо. Это хорошо. Сейчас, Тихон, мы с тобой научимся играть в FNAF в Майнкрафте, будем так, с тобой Фокси в обычной играть. Фокси на месте. Это хорошо. А Боняшка там, я не знаю, Фредди. Все хорошо. Все вроде нормально. Тихон, ну это победа. У нас 4 ночи. Энергии сколько? 37. Блин. Мало. Ну осталось где-то приблизительно 2-3 минутки, и все закончится. Скорее. Тихон, короче. Только самые необходимости. Смотри сейчас камеры. Капец. Все, Бонни вышел. Чика, так, не знаю где. Так, я осматриваюсь, Тихон, пока никого нету. Так, этот на месте. Тихон! Шаги аниматроника, я его точно слышал. Так, а нет, все хорошо. Тихо. Андрюха, пожалуйста, не пугай меня. Я тут и так на это самое. Того уже. Да я знаю, Тихон, я туда-сюда бегаю, мне самому стрёмно. А я на стуле сижу, на жопе ровно, мне еще страшнее. Я знаю. Но ты не переживай, у меня все под контролем. Я наблюдаю за ситуацией. Еще посмотри, где там все. Когда мы гуляли по Яндекс.Картам, у тебя тоже было все под контролем. Так, это другое. Так, Фредди стоит на месте. В столовке уже Тихон! Нет. Так. Ты здесь ровно сиди. Сиди ровно. Сейчас сиди. Я слышу точно звуки ног аниматроников. Так, опять слышу. Где? Я не знаю, я их не вижу, но я их слышу. Тихо, сиди. Так, никого нет. 5 часов. Может закрыться и досидеть? Тихон, сколько процентов? 23. Мало! Я прям слышу шаги, тихо! Шаги. Так, здесь никого точно нет. Никого нет. Здесь. А дверь открой. Какой открой, ёпта? Открой. Тихо, открой. Никого нету тут. Ты, по-моему, их даже не видишь. Нет, я вижу. Я тебе потом по дымке покажу, там нету их. Слушай, я тебе потом по видео могу показать, что я заметил фиолетового зайца тут. Мать твою. А, кто-то идет. Какой-то шум там. Неудивительно. А, нет, тихо. Твою мать.
Слушай, его не было! Его не было, я постоянно щелкал свет. Ну, слушай, нет, Тихон, он в этой игре просто начинает забег. На F5 нажми, чтобы тебя опять касался. Я опять обосрался. Слушай, Тихон, здесь в FNAF 1 надо просто проверять Фокси. Давай еще раз. New game. Тихон, тебе вырезать придется очень много. Я не хочу. Давай, все, я сейчас опять буду контролировать процесс. Я знаю, как ты контролируешь, ни хрена. Ну, это просто мы сами с тобой вместе затупили. Мы не чекали камеру этого, Фокси. Сейчас будем чекать, все, не переживай. Давай, еще раз. Одна минута. Одна минута, да, давай. Я засмотри, какой момент классный выйдет у подписчиков. Охренеть, как я заматерился на всю квартиру. Охренеть, момент согласен, да. Так, сейчас, Тихон, у меня тут бабушка произойти. Подожди секундочку. Ага. Ну, короче, ребят. Вы видели все происходящее, наверное. И, ну, что хочу сказать. Ну, капец, это страшно вообще-то. Это, понимаете, я сижу в темноте, у меня действует только РГБ-подсветка в комнате. Ну как бы, понимаете, насколько стрёмно тут? Если я еще включу красную, ну вы понимаете, насколько я могу обосраться. Так что это капец, ребят. Я не знаю, что делать. Андрюха куда-то ушел, меня бросил. Сам я один проходить не хочу, я не пройду просто. Я до усрачки боюсь этой игры. Я ее люблю, но я боюсь эту игру, понимаете, в чем логика? Ладно, ребят, встретимся уже, когда придет Андрюха. Ну что ж, Андрюха вернулся, мы продолжаем, ребят. А, я уже хочу свалить ее с этого видео. Мне оно не нравится. Да, страшно, конечно. Первая ночь. Угу. Она самая легкая, говорят. Охрененно вообще. Я тоже могу много чего сказать. Ну ответь ты уже на телефон кто-нибудь. Задолбали. Андрюх, возьми Тихон, трубку. Тихон, а я не знаю, как ее взять. А, Тихон, а можешь нажать на нос Фредди? Это вроде пасхалка. Не, он не пикает. Вроде должен пикать. О, вот, опа. Давай. Что-то сверху вылетает. Так, Тихон, ты следи, пожалуйста, за этим. За Фокси. На всякий случай. Хотя нет, Фокси начинает действовать только после 3 ночи. Мне кажется. То есть до 3 так... можно сидеть с кайфом. С кайфом вообще сидим. Слушай, Тихон, ну как тебе карта? Как тебе? Как тебе ощущения? Ну, как она выполнена? Ну я обосрался. Ну, слушайте, ну это Майнкрафт, ребят. Это без модов Майнкрафт. Я вот опять видел этот скример ушастого этого чела. Да. Я понял. Тихон, а то есть он ушел, да, Бонни? Они стоят все на одной этой ветке? Чика, Фредди. Да? А, как же ты его тогда видишь? Я тогда на видео потом посмотрю. А, посмотри. Ты чё завис? А, я не завис, давай завис. Ходи. Я себе громкость побольше сделал. Я тебе за что плачу? Ты мне не платишь. Так. Ну, по факту. Да, по факту. А в общем, Тихон, пока что, там никого нет. Сейчас я испугаюсь по-настоящему, у меня закончилась еда. Ой-ой-ой, это очень плохо. Ребят, поддержите этот видос лайком. И донатом. И донатом, как бы. Ну это ширак. Слушай, Тихон, ну карту они прям хорошо сделали. Бесспорно, но, блин. Страшно. Слушай, а прикинь бы сделали квест реальный про FNAF. Слушай, я бы заценил, честно. Я бы первым пошел.
Мы бы Тихон там самый первый, как бы, ну. А постарались бы. Да, 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 вот. Хорошо ты слово подобрал. Угу. Да, я всегда хорошо слова подбираю. А чё? Так, ну что, про что бы нам поговорить-то? Напишите, ребята, в комментариях, как вы закончили четверть. Хорошо или плохо? Ну, я уверен. Тихон, ты, пожалуй, посмотри. Посмотрел. Фоксича, да. Все хорошо там стало. Да. Вот сейчас, Тихон, мы с тобой научимся в Майнкрафте играть, и будем потом вообще играть в FNAF, хорошо. Потому что в Майнкрафте сложнее играть во FNAF, чем в сам FNAF. Да? Да. Хотя, в принципе, у нас с тобой читы. Карта рассчитана для одного человека, а я, можно сказать, читерю и смотрю туда-сюда, нету ли там кого-то. Хотя с Фокси нам это не помогло. Да, между прочим. Посмотри там на Фоксич. Все ли там с ним в порядке? Да, все в порядке. На первой камере тоже тихо, мирно. Хорош. Андрюх, как у тебя дела? Ой, у меня дела хорошо. Послезавтра пробник по математике. Офигенные дела вообще, да. Да, да, я пока еще не готовился. Нет, ну как, я готовлюсь, но... Наверное, недостаточно пока что. Фокси нормально. Да. Бонни исчез. Это открываю. Нормально? Но он опять стоит рядом. А, не, он ушел, открывай дверь. Интересно, я опоздал немного. Так, ты Фокси проверяй, Фокси. Нормально. Ну чё там, кто где, мне ж тоже интересно это пощёлкать. Пощёлкай, я пока тут проверяю. Блин, Тихон, мне надо тоже снимать, чтобы ты потом в моменты вставлял, как я тут бегаю. И суечусь. Опа, я его засёк на какой-то камере, хз на какой, на третий. Бонича? Нет, Боняша? Фоксича. Так, Фоксич, закрывай дверь левую. Не, ушастого. А Чика вверх. Пропал, понимаю. Чика пропала, она девушка. Аниматроник. Пропала. Фоксич. Так, я пошел Фоксича смотреть. Так, Фоксич нормально. Фоксич нормально, все супер. Ну не что мне делать-то сейчас? По камерам смотри пока, отдыхай. И главное, проверяй Фоксича. Он уже сейчас начнет действовать тихо. Я уже, да, посмотрел его. Все нормально, пока не вылазит. Пока не вылазит. Процентов все супер. 47. Пока тогда это... Мы... Я пока... Кто? Ну был же, ты чё, не видел? Нет. Блять. О, закрой! Закрой! А я не видел, а как он тут? Я тебя прибью, Андрей. Тихо, а у меня его не отображается он. Открывай, он исчез. Точно? Я тебе насую. Да! Андрей! Я тебя убью! Это не... Я его реально не вижу! Но я честное слово тебе говорю! Фоксич пошел! Эту дверь закрыл! Закрыл? Все, держи ее! Пошел Фоксич, да? Нет! Открывай дверь, попробуем, посмотрим! Только... А почему я его не вижу? ХЗ. Может все двери закрыть нахрен? Не-не-не, сколько у тебя электричества? 31. А, ну пока сидим тихо. Сидим так. Фоксича, проверь. А главное, у меня он, блин, не отображается. Хорош, тихо, дверь ни в коем случае не открывай. Ты слышишь звуки? Нет. Это Фокси скребется. Я все закрыл. А эту, эту открой, нормально вроде. Проверь, еще проверь. На месте. Лайт нажми.
все, хорошо. Эту открой. Быстро только. Все. Открыть? Посмотри, Андрей, слева посмотри. Тут никого нету пока что. Слева, не справа. Я никого не вижу. Наконец-то. Фух, тихо, а я не знаю, я не вижу. То есть, когда они только идут, я их вижу. А как они это, они не идут. Ладно, ребят, я предлагаю вторую ночь попробовать пройти. Если не получается, все, нет, видос не заканчивается. Не сейчас. Не сейчас, я не готов к полному хрену. Все, все, он уже сидит, фонгай. Все. Я сейчас буду действовать немножко по другой тактике, я запущу гейммод 3. Я буду тогда все видеть, не переживай. Хотя, не знаю. А, он у меня не включается, ну классно. Так, теперь вдвойне проверяй Фоксича. Уже проверил. Ну все, хорошо. Тогда не трынкай энергию, пока что вроде все хорошо. Хотя, блин, я не знаю, тихо. Вот у меня тут все хорошо, а у тебя тут баняж сидит. Тут вот это вообще вот как? Не знаю. Я не знаю, как тебе записать, блин. Я тебе потом запишу, что я бегаю туда. На второй камере этот фиолетовый. Это заяц. Его зовут Бонни. Ладно, Бонни. Бонни. Поняш. Хорошо. Ты главное сейчас не трынкай энергию, потому что потом она пипец как пойдет. Мы не пройдем это уже. Пройдем. Давай нормально. На стриме это будем проходить. А ну эту сейчас ночью, эту сейчас вон. Попробуем пройти, не получится все на стриме. Не паникуй, все хорошо. А паникую. Че, Тихон, как у тебя дела? Офигеть, не видишь, я сижу на месте охранника, которого сейчас замочат. Охранник всегда побеждает. Офигенно. Так, уже час ночи, Тихон. Все хорошо. Не факт. Бонни, седьмая камера. Чика, нормально. Так, кто ушел? Тихон, посмотри, Бонни кто ушел. Бонни нету на седьмой камере. Я вижу его. Закрываю. Он стоит. Да нет, пока. Он вроде... Он сюда сейчас вроде не идет. Ты по камере его поищи. Вот он, видишь его? Да, на пятой. Вот я его и вижу. А она как раз таки рядом с нашей дверью. Вот, видишь ее? Вот он тут напротив стоит, рядом. Тихон, закрой дверь! Эту дверь проверь! Левую! Нормально. Вот левую, Баняша, нету? Левую проверь. Там ты и закрыл которую. Нету. Так, я слышу шаги какие-то. Правую дверь открывай, правую проверь, открой, посмотри там, кто есть. Черт, меня сейчас скример был. Закрывай дверь! А, она у тебя и так закрыта. А, это мне послышалось, как будто этот бежит. У тебя сколько энергии? Энергии сколько? Капец. У меня черный экран. Тихо, все хорошо. На камерах черный экран. На какой из камер? Всех! Тут Чика! Спокойствие, Тихон, спокойствие. Так, открывай пока все двери, открывай, пока никого нет. Открывай. Эту открой. Тоже никого нет, все, сиди, спокойно. Андрей! А, что, я тут. Меня твое молчание убивает. Все, я не буду молчать, все, извини, Тихо. Смотри, какая тут паутинка классная. Сейчас я тебе дам. Бонни, седьмая камера. Хорошо, а Фредди нету? Какой из? Фредди, ну, обычный. Нету. Чёрт! Андрей, ты чё филонишь? Что? Не видишь здесь? Там этого? Этого кого? Зайца. А он прям здесь стоит, что ли? Да. Нет, он на седьмой камере, ой, на пятой. Ну, так открой, его здесь нет, Тихо. Ну пойди, видишь, посмотри нет. Быстрей.
Ну нет, я-то его вижу, он здесь давно стоит. Чёрт, меня скримеры пугают. Они пугают. А, Тихон, дверь закрыл! Закрыл дверь! Стучи-ка. Нету, проверяй. Посмотри. Она справа находится, но она вроде к тебе не подходит. Открой пока дверь, у тебя энергии ни хрена нет. Фокси бежит. Закрывай дверь. Бежит, он пропал, да, с камеры? Нет, он на камере стоит. А на другой, да? Нет. Не на другой, на его, на четвертый. Тихон, ты что все двери опять закрыл? Открывай, у тебя сейчас энергии не хватит. Открывай, пока никого нету. Все. Блин, Фокси меня пугает. А Фокси бежит только с левой стороны. Вроде бы. Вроде бы? Да, вроде бы. Опять Бонни здесь стоит, как всегда тусит. А, Тихон, а проверь по камерам, здесь точно никого нет? Вроде бы. Левую дверь проверь. А я не знаю, какие там камеры. Четвертая. Нет, левую просто дверь проверь. Сейчас у тебя скрима какой-нибудь будет. Левую. Левую, тихо. Блин. Дверь закрыл! Не закрывается. А что, у тебя энергия, да, кончилась? Хз. Тихо, готовься к скримеру. Готовься к скримеру, пожалуйста. Ой, тихо, ну чё, да, все, выходим, да? Всем спасибо за просмотр, да? Что такое? Алло. Действительно, что такое? Я тут. Так, тихо, надо записать прощальное послание, что, ребят, всем пока. Ладно, с вами, ребят, будет. Спасибо вам всем за просмотр. Если вы ждете второй части, давайте под этим видеороликом наберем минимум лайков 10-15. Потому что я на это не буду больше подписываться. Ребят, это очень страшно. Главное, я никак не могу помочь Тихону, потому что я бегаю туда-сюда. Вот я вам, ребят, обещаю, если вы сейчас наберете 10 лайков, от моего лица тоже выйдет съемка. Тихон тоже понаставляет моменты, где будет показано, что, блин, я тоже туда-сюда бегаю, да, и ни хрена ничего не могу видеть. Что я буду бегать теперь, а? А, ну хорошо, да. Могу я поиграть. То есть мы эту карту тебе поставим. Хорошо, давай. Я не против. Да. Ну, ребят, для этого мы должны набрать 15 лайков. Так что, пожалуйста. Да, 15 лайков. Прям давайте, без этого никак, ребят. Да, поэтому, ребят, давайте. Потому что это реально очень страшная карта, ребят. Это прям карта не для слабонервных, что называется. Вот. Да, да. Скримеры вообще неожиданные, ребят. Аниматроники передвигаются тоже неожиданно. Андрей их полностью вообще не видит. Я как бы камеры не успеваю чекать, я просто на клавиатуре не успеваю кнопки нажимать. Как бы... Нет, но... Ну слушай, Тихон, за карту я хочу поставить за реализацию реально десятку. Но они десятку прям очень... из десяти просто. Да, правдоподобно прям все перенесли, очень красиво и классно выглядит. Но, ребята, эта карта очень страшная, поэтому мы ждем вашей поддержки, ставьте лайки. Минимум 10. Да, минимум 10, поэтому, ребят, все, давайте. Ну, желательно бай-бай. Донатик на наши нервы. Да. Поэтому давайте, всем пока. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки на соцсети у нас будут в описании. Также донатик. Всем спасибо. И также в целях поддержки подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен канал. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.